кто не досматривает до конца, тот... Весело, я развлекалась. Смотри. Сейчас кружат, да? Поехали. Нет времени объяснять, пошли. Нет, сам? Ghost Rider из Пушкин. Вау! Ставьте колоколь. Нет. Вот мы такие яркие вдвоем. Подписывайтесь на канал. Ну привет, признавайтесь, скучали? Только честно. Я очень скучал. Первым делом вам сразу объясню, где же я пропадал так долго и почему не было роликов. Короче, сделал я влог бэкстейдж со съемок клипа Монтана, но из-за трагедии в Кемерово клип не вышел вовремя и его перенесли. И, соответственно, я перенес свой влог, потому что другого влога у меня готового не было, и этот влог я не мог выложить раньше клипа. Клип уже в сети, кто не видел, ссылка в описании. Влог вот, погнали смотреть, но перед тем, как мы начнем, я вам напомню, что 7 апреля у меня день рождения. Конечно же, я устрою обязательно сходку с вами. Это будет 6 апреля за день, потому что 7 апреля ВТБ, Ледовый дворец, Егор Крид, конечно же. Но 6 мы с вами встретимся в Black Star Burger. Все подробности будут у меня в Инстаграме, но предположительно это будет часов 4-5. Я постарался и выбил для вас скидку. Грибной и классический бургер обойдутся вам в 180 рублей. Но чтобы ее получить, вам нужно написать под этим видео в комментариях «Саня, с днем рождения!» и потом на кассе показать этот комментарий, и вы получите скидочку. В общем, всех жду 6 апреля. Точное время будет у меня в Инстаграме, поэтому переходим, смотрим и погнали смотреть влог. Ты ешь к тебе. Ты опасный чел, без дублера. Да ладно, тут столько сегодня приколов, ты что-то познал. Опасность, так завтра еще вы, да? Завтра, да. Я просто тут улетал. Летал? Чтоб не мы тащит ее, понял, обратно? Не взрывишь. Сменил обувку на весну, ставил. Зацени. Как кожаная. Человек говняха. Из скользкой чего? Из скользкой жижи. Что-то вообще ничего веселого не происходит. Ну, где это, где весело? Пришел бы, когда нет. Так а что же еще будет? Будут взрывы еще. Ждем взрывы. Расскажи, сколько ты уже не спишь. За двое суток 2 часа. Расскажите, как вы начали заниматься музыкой? Знаешь, это, ну, иду такой хуяк. По-моему, надо. По-моему, надо что-то делать в этом плане. Что-то не то. Думаю, что-то не то с моей музыкой. Да я скоро заканчиваю. Уйдешь в продюсирование? На пенсию. Слушай, ну я сейчас как раз начну треки выпускать. Давай, ну я как раз. Будешь меня продюсировать. Базара нет. Ну дать верочку тебе, ну 100%, что ты не пульнешь. Машина далеко. Ну, среднестатистический артист будет. Можем подсесть. Вряд ли. Вот какой-нибудь есть грим, который просто пальцами можно взять и... Масса просто пальцами. Может, я тогда отсюда его бахну. Такой, знаешь, эй, скру! Пришел, а, увидел, аж в глазах помрачнел, да? Не скру. Ребятки, отличная погода, красота, солнце. Весна идет. А я иду к своему уже, можно сказать, другу, к Басоте, в его ЦАО Лофт. И, кстати, вы писали комментарии про Басоту, не очень хорошие. И очень зря. Я думаю, вы знаете, что я не вожусь с плохими людьми. С Басотой мне очень приятно общаться. И там будет кое-кто, кого вы уже успели полюбить. В общем, погнали смотреть. Так, ой, опять ты, батюшки, да? Здравствуй. Деньги ты принес, и мне должен был денег. На твой карьерный пик. Сколько можно приходить уже? Надоел, а? Да, я же к тебе пришел. Опять пришел. Денег. Здравствуйте. Ты вам что? Нет, смотрите. Опять без вам денег? Вот сюда. Эй, ты! Что здесь, фотосет? Да. Видишь, какие красивые девочки? А ну-ка сними. Вот, видишь, какие девочки? Хочешь, чтобы к тебе приходили такие девочки? Ты же мои влоги не смотришь, там есть все. Нет, один смотрел, мне понравился. Я знаю какой. Там, где наконец-то нормальный контент, да? Да, наконец-то видеоблог приобретет оттенки нормального. Мне интересно, конечно, что ты делаешь, я тебя всячески поддерживаю. Саша. Все мы заняты. Саша. Лимп или Клава Кока? Вот это. Ты сам скажи, давай. Как раз как ты и хотел, да?
Не зашло? Не зашло, но ты молодец. Ниже. Ниже, вот сюда молодец. Нет, и клади... нет все правильно, и наверх. Нет, нет, она у него внизу на миники. Один у вас только надо? Два. Твою мать. Смотри, да что ж ты на меня? Да что ты делаешь? Нет, ты сильно спишь. Что, переезд? Ну она хотела, знаешь, хлопать все, типа. Давай сам. Ну ты прикинь, линзы не мог одеть. Чувак, я час надевал одну. А, да, это я не один дурак такой, да? Наверх хватит моргать. Я же, оно же само. Попробуй, может, как-то вот другим смотреть, а этот закатывай. Да нахрен ты тот заживаешь, да. А как? А ты умеешь вот так один туда, а вторым смотреть? Ну давай, 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 давай. Сюда, ставь, 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 ставь. Вот. Прям не должен. Скруж, даже я вставил. Да ну на. Вот. Ты поможем только глаз держать. Давай его рефлекс. Правильно, правильно, правильно. Все. Нет, давай надо ему глаз подержать. Да давай уже. Уже глаз вытек. Не. Ну давай. Закрывайте ему глаз, чтобы она там встала. Сейчас она липнет. Сади, она там. Она к пальцу липнет. Она к пальцу липнет. Все. Вот этот? Да, не трожь. Вот и солнце. Вот, положили, положили. Конечно. Нет, стой, 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 стой. Ебучие, обстриги их. Ой, стой, 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 ничего. Встала? Нет. Пи***ска, ебутся нахуй. Сейчас, дай проплачусь. Брат, второй. Дай поплакать, дайте минуту плачь, плача, минута брат, плача. Тихо, тихо, тихо. Мой, ты сейчас все, капнул. Все, есть! Есть! Моргай. Не чеши, не чеши. Как я не могу открыть, Двигай глазом, двигай глазом. Туда-сюда, право-влево, право-влево. Что происходит? Подождите, а есть такая история, что человек может быть непереносимость? Я не переношу этой х***и. Мне тоже так казалось, все нормально. Когда, может, один и хватит? Давайте пока на север. Стой, давай. Дай поплачу. Брат, давай второй глаз. Давай закидывай голову. Лик, подождите. Дай поплачу. Хочешь? Позвони маме, набери маму. Реально неудобно. Смотри, возьми вот так вот. Да, потрогай глаз. Вторая, кстати, быстрее заходит. Ну, потом, потом. Стоп, отдыхай. Не, это все, мы положили, положили. Открой ему верхнюю. Нижняя, не дыди. Вот, все, ушла. Она легче, она легче. Смотри, вправо. Оставьте меня одного. Трех переставал. Свет на лицо можете свет? Опа! Привет! Патрисия, остановись. Саша, прости. Я давно я уже этих сравнений не слышал. Вообще очень круто. Как будто эффекты просто на... Блин, я себя пропустил. Обе снял? Аллилуйя, на... Под глаз прям туда шла, прикинь. Утешительный приз, чтоб ты не расстраивался. На, посмотри. В общем, ребятки, съемки идут тупо уже сутки. Я приехал, я думал, что поснимаю и поеду домой, но в итоге я тут задерживаюсь реально часов до 4, наверное, утра. И в 12 продолжение съемок, поэтому когда я буду монтировать влог, я не знаю, потому что времени мало. Мне нравится, конечно, такой режим, но это жестко. Ладно, смотрим дальше. Лучшие цацки в ювелирке от Саши Лимба. Саша ювелир. Саша, ты ювелир. Первый раз пробую желтый арбуз. Попробовали? Слушай, он прикольный, он вкусный. Ну, как красный, в принципе. Расскажи, как вы познакомились с Сашей? Саша и Саша, да. Как вы познакомились? Я как-то зашла посмотреть историю этого парня. Да. Такая, пишу ему, чувак, тебе плохо слышно. И он такой, привет. Да, то есть тебя не смущает, что у него соски смотрят в разные стороны? Юля, уйди! Бывает? А я снял.
Хоть не зря споткнулась. Короче, я думаю, вам знакома ситуация, когда нужно два раза завернуть за угол, и вы на месте, но вместо этого вы обходите 50 километров. Что у тебя там в сумке? Воу, бюджет на клип. Так а что там, дай мне одну. Сейчас будет самая жесткая часть съемок, будет взрыв. Нам сказали выйти из этой комнаты, но я сейчас постараюсь так, чтобы кое-как здесь остаться, чтобы это снять, потому что по правилам безопасности нужно выйти. Но как я могу выйти на самом интересном месте и не показать это вам? Цените, лайк, подписочка. Что-то ждем взрыв, а его нету и нету. Нет, давай сейчас. Сейчас ты подходишь. Ой, блин, подходи просто с сумкой. Да. Подходи, я тебе скажу, ты деньги принес и ты вывалишься. Давай сейчас с ним снимаем. Постановочный сериал. Давай, на канале я хочу Блэкстар. Something that might put us deep in the game. I Unity State. We're too small. Oh shit. Ребятки, моя борода уже снова отросла и готова была к любящим рукам Ника. Он мне сделал красоту сегодня в барбершоп Топор. И не забывайте, что у нас есть для вас скидочка по промокоду Саша Лим. А куда я такой вырядился красивый? Короче, сегодня конкурс красоты, да? В ранних хикс. В общем, будем сейчас выбирать самую красивую из красоток. Посмотрим, что будет. Ребятки, как вы думаете, что это? Это второй день съемок клипа Скруджа. Бау! Как дела? Орел. Зум. Ты в меня гильзой прилетел. И в меня. Ребятки, гильза, которая прилетела в меня от Скруджа, ее тоже разыграю в Инстаграме, поэтому подписываемся, ссылка в описании. Сфоткайся себя, пожалуйста, я тебя гуляю. Зачем? Ну, ты же звезда. Ребятки, с вами я, конечно же, сфоткаюсь, а вот не знаю, фоткаться или нет. Класс, садимся, урок начался! Почему в школе так не учил, да? Что это такое? Спалил тебе! Решаем, кто внесу выиграл. Небольшую лепту. Приз зрительских симпатий, они Петросян. Это восьмая, да? Это очень хорошо. Нет, это восьмая, да, восьмая девочка. Диана, если ты вдруг это смотришь, мы за тебя боролись, ты выиграла. Это влог? Да. Ну, наконец-то. Ну, наконец-то. Когда кто-то начал снимать влог. Это артистичность все-таки, а не энергичность. Нет. Нет? Нелегкое решение принято. Мы тут подрались, вот тут нас разбороняли. Мнения не сошлись, кровь уже все вытерли, определились в итоге. Идем награждать. Первое место сейчас объявим. Диана, если ты сейчас смотришь это, мы просто так переживали. Ну ты выиграла, молодец. Поэтому...
ощущения? Я была уверена, что я выиграю. Ого! Ну все, тогда ты не удивлена, да? Спасибо. Поздравляю. Немножко замазался. Да, можно. Я сейчас еще раз замажусь. Че перестала? Грязная же, я же вижу. Я чувствую, что там еще не все. Так ты измажься еще раз. 7 часов. Отсняли мало и устали. Да? Да. Вот. Кто плачет? Я не хочу плакать. А, ты еще это? Еще не... Ну, дай ехать тогда. А такой. Почему только одна? А что ты тут ходила? Ну, это типа так модно сейчас. Уф. Ребят, вы мне пишите, найди себе уже девушку. Сейчас будет конкурс на девочку. Так, все, закрыта вакансия. О, давай снимай. Это будет интересно. Так, дай нам звук громкий. Под конец съемок осталось мало приятных моментов, но очень они все-таки мало. Есть. Хороший был кадр. Но на этом влог подошел к концу, поэтому, друзья, всех вас жду 6 апреля с 4 часов дня в Black Star Burger в торговом центре Европейский. Не забывайте про подписочку, про комментарий Саня с днем рождения. Лайки, конечно же. Вместе идем в Black Star. Спасибо за просмотр и до следующего влога.